Новосибирский академический симфонический оркестр выступил в Москве на сцене зала имени Петра Чайковского. Концерт посвятили 85-летию филармонии и Новосибирской области. Впервые новосибирцы выступили на этой сцене еще в 1965 году вместе с прославленным дирижером Арнольдом Кацем. В этот раз в программу вошли сочинения Чайковского, их исполняли на том самом концерте – симфония номер 5 и концерт для фортепиано с оркестром номер 1. Вместе с коллективом на сцену вышла ведущая российская пианистка Екатерина Мечетина. Она давний партнер оркестра по выступлениям как в Новосибирске, так и в европейских гастрольных турах. Мы знакомы уже много лет, и я даже не скажу точно сколько, но мы ездили и на гастроли вместе, в Испанию, и я очень часто приезжала в Новосибирск, но пандемия дальше немножко затормозила процессы, но я невероятно рада с ними встретиться, с музыкантами и с лидером оркестра, с Валерием Корчагиным. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.